августе в Алматы проведен месячник здоровья в 60 отдаленных районах города. В медорганизациях города проверено состояние зданий и медицинской техники. В течение 4 лет все медицинские организации Алматы почти полностью оснастят современным оборудованием. К сентябрю автопарк службы скорой медицинской помощи пополнился новыми автомашинами. Открываются врачебные амбулатории для обеспечения пошаговой доступности медицины. 7 медицинских учреждений уже работают в самых труднодоступных районах города. Развитие медицины – один из главных приоритетов Алматы.